Здравствуйте, Александра Юрьевна. Когда появляются идеи представления о том, что у них есть национальность? Считается, что когда перестают работать базисные понятия для объединений, как, допустим, религия, то здесь появляется национальность. Даже есть такое мнение, что это искусственно конструированное понятие. Сегодня мы будем говорить о национальной политике российского самодержавия. Тема сама по себе достаточно сложная, ну, уже потому, что когда мы говорим о национальной политике, мы имеем в виду что-то определенное, статичное, не меняющееся, закрепленное в каких-то документах. В случае с российским самодержавием о такой национальной политике говорить, разумеется, невозможно, поскольку, во-первых, мы имеем дело с очень длительным историческим периодом, и в рамках этого периода меняется и экономика, и культура, и идеология, и религиозная составляющая самодержавия. И меняется территория страны. Поэтому говорить о политике как о едином целостном явлении довольно сложно. Поэтому мы начнем разговор немножко с другого. Мы начнем разговор с того, что такое империя и что представляла из себя Россия как империя. Россия формируется как империя континентальная. То есть народы, которые входят в ее состав на протяжении, в общем-то, вот, всего периода имперского развития, они входят в силу разных обстоятельств. И политических, и военных. И тогда, когда сами народы решают войти в состав Российской империи, потому что это представляется им наиболее оптимальным решением их политических проблем, входят в состав Российской империи прибалтийские территории, как результат завоевания Петра I в ходе Северной войны. Входит Финляндия, как результат русско-шведской войны. Польские земли, как результат разделов Польши. Средняя Азия входит в состав Российской империи позднее, и во многом это результат российско-британского соперничества именно в этом регионе. Вот это разнообразное вхождение территорий сопровождалось тем, что народы, проживавшие на этих территориях, сохраняли свои традиционные органы управления, сохраняли свой язык. И более того, российские императоры, начиная с Петра I, скажем так, не стремились вот ломать тот привычный образ жизни, который на присоединяемых территориях уже сложился. В частности, Петр I дает, в общем-то, огромные права дворянству прибалтийских губерний. То же самое делает Александр I в отношении Финляндии. Финляндия получает свое правительство, сенат. Финляндия получает свои представительные органы, сейм. Аналогичным образом входит и Польша. Хотя она получает наименование царства польского, но она получает конституцию. Вот смена этого подхода, расширения и сохранения прав присоединяемых территорий начинается довольно быстро. Первый такой территория, которая потом подвергалась, в общем-то, значительному давлению со стороны самодержавия, стала Польша. В Польше сократилась армия, хотя Александр I разрешил содержать польскую армию. Вот. Но, тем не менее, армия стала меньше, появились безработные, условно говоря, офицеры из дворян. И сохранилась вот эта память о независимости. И сохранялась память о огромной Речи Посполитой, которая когда-то включала и территории российских западных губерний, современную Белоруссию и Литву. И вот в 1830 году польское дворянство обращается к Николаю I с просьбой расширить царство польское, включить туда западные губернии. Николай I отвечает отказом и вспыхивает восстание.
вспыхивает восстание 1830-1831 годов, которое приводит Николая I к мысли о том, что вот этот мягкий курс оказался неэффективен. Николай I ограничивает права царства польского, собственно, перестает действовать польская конституция, и территория переходит под гораздо более жесткий контроль со стороны царской администрации. И вот тут, собственно, мы сталкиваемся вот с этой проблемой, которая будет преследовать царское самодержавие вплоть до революции 1917 года. Вопрос о правах не национальности как таковых, а вопрос о правах местной элиты, которая при любом, скажем так, раскладе, входя в состав Российской империи, даже при самой, в общем-то, мягкой политике, определенных привилегий лишалась. И главное, лишалась возможности вот этого исключительного управления отдельным государством. После отмены крепостного права ситуация начинает постепенно изменяться. Ускоряется индустриальное развитие России. Начинается железнодорожное строительство, начинает развиваться промышленность. И главное, что происходит, вот эти, в общем-то, отдаленные, скажем так, территории, они становятся ближе, ближе к имперскому центру, они становятся более тесно связанными, в общем-то, со всей империей. Второй момент связан с тем, что когда мы говорим о многонациональной Российской империи, мы должны учитывать, что вот окраинные территории и вообще вот те регионы, где мы говорим о проживании вот той или иной национальности, особенно к середине XIX века, уже перестают быть таковыми. За счет миграции населения, за счет культурного развития народов империи мы наблюдаем вот некую такую смесь национальную даже на окраинах. Ну, например, Финляндия. Ну, чисто по названию сразу хочется предположить, что это вот территория, где проживало финское население. Да, безусловно. Но эта территория пришла в состав Российской империи из Швеции. И ключевые позиции там занимало, соответственно, шведское дворянство. И вот эти ключевые позиции в момент присоединения оно сохраняет. Финны продолжают развиваться. Ведь любая нация рано или поздно вступает в такую очень интересную фазу, которую специалисты называют культурным национальным возрождением. То есть сначала развивается язык, а потом этот язык превращается в литературный. Появляется литература на языке. И это вот определенный старт к дальнейшему национальному развитию. Появляется интеллигенция, которая развивает уже не только литературу, она развивает науку, и она говорит на национальном языке. Развивается финская культура. И Александр I эту культуру поддерживает. Если мы возьмем в качестве примера прибалтийские губернии, то мы увидим там тоже очень интересную ситуацию. Собственно, прибалтийское дворянство, немецкие бароны – получили от Петра I исключительные права по управлению этой территорией и плюс были землевладельцами, крупнейшими землевладельцами. Что касается коренного населения, латышей и эстонцев, то они не имели права владеть землей и могли только рассчитывать на аренду земли. Но более того, у прибалтийских немцев были исключительные права на винокурение, исключительные права на управление лютеранскими приходами. То есть они контролировали практически вот всю и политическую, и экономическую жизнь этого края. И латышское и эстонское население постепенно, скажем так, начинает выражать свое
недовольство. И вот в этой ситуации самодержавие оказывалось в очень сложном положении. Царское правительство должно было маневрировать между, скажем так, теми нациями, которые оно поддерживало на момент вхождения их в состав империи, и теми нациями, которые переживают вот период своего становления, начинают развиваться и тоже претендуют на права, на особый статус, на образование на своем национальном языке, вообще вот на национальное развитие как таковое. И надо сказать, что царское самодержавие не выработало какого-либо единого политического курса. Если в Финляндии поддерживают национальное возрождение, поддерживают финнов, то параллельно Александр II вводит определенные запреты на употребление украинского языка. И это, в общем-то, нам говорит еще об одной очень важной второй проблеме. Народы Российской империи с середины XIX века, во второй половине XIX века, становятся объектом не только политики самодержавия, как внутренней политики. Они становятся объектом внешнеполитических игр, связанных с объединением Германии, созданием Тройственного союза. То есть смена внешнеполитической ориентации России, постепенный ее отход в сторону Франции, создает ей новых геополитических противников. Австро-Венгрию и Германию, которые, в общем, в достаточной степени готовы использовать вот этот многонациональный характер Российской империи в своих интересах, особенно в западной части империи. И, во всяком случае, вот с точки зрения российского самодержавия, развитие того же украинского языка во многом было связано с австро-венгерской пропагандой. Был наложен запрет на провоз литературы на украинском языке с территории Австро-Венгрии. И, в общем-то, всячески вот, самодержавие стремилось пресечь вот эти связи украинцев, проживавших на территории России и на территории Австро-Венгрии. И надо здесь понимать, что вот для царского правительства это не борьба с украинцами как с нацией. Это борьба за свои границы, это борьба за целостность государства, это борьба за внутриполитическую стабильность. Что касается Средней Азии, то первый туркестанский генерал-губернатор фон Кауфман считал, что как бы основа политики в отношении коренного населения Средней Азии – это политика невмешательства в их внутренние дела. Но к концу XIX века вот это развитие империи, оно подходит к следующей фазе очень сложной. Грядет Первая мировая. И вот один из приближенных императора Николая II, князь Ухтомский, именно тогда произносит очень знаменательную фразу. Он говорит: «Империя расшивается по всем швам, потому что нет у нас на окраинах единства политики». То есть к концу XIX века Россия – империя, в которой нет единого административного, нет единого правового пространства. И вот эту задачу предстоит решить. Причем решить необходимо быстро, поскольку надо сохранить не просто империю, а надо сохранить государственность. Конец XIX века. Как я уже сказала, достаточно сложная ситуация, и сложная именно вот в преддверии Первой мировой войны. Для Российской империи на тот момент очень важно было укрепить армию
и укрепить свои границы, причем как на Западе, так и на востоке страны. И первой такой вот критической точкой в связи с этим стала Финляндия. В Финляндии была своя армия, и появился проект объединения финской армии с русской. Военный министр Куропаткин считал, что двух армий в государстве быть не может. Предложено было объединить финскую армию с российской, и вот в этом финское население увидело покушение на свои права, на свои привилегии. Протест был очень активным. Причем, вот что важно, в этот процесс вовлеклось все финское население. Чиновники, полиция. Для того, чтобы урегулировать ситуацию в Финляндии, туда был назначен генерал-губернатор Бобриков, бывший военный, считал, что необходимо проводить достаточно жесткую политику. Но, в общем-то, вот эта активность Бобрикова для него окончилась довольно плохо. В 1904 году он стал жертвой покушения. И, собственно, вот к революции 1905 года сформировался такой пороховой погреб. В первую очередь именно на территории Великого княжества Финляндского. Революция 5-го года охватила все практически окраины Российской империи, ну, за исключением, может быть, Средней Азии. В прибалтийских губерниях вспыхивает крестьянское движение, направленное вот сразу и против немецких баронов как немцев, и против немецких баронов как землевладельцев. Полыхают немецкие дворянские имения. В Польше начинается школьная забастовка. Причем, что интересно, в этой школьной забастовке принимает участие все население. Бастующие гимназисты, студенты, учителя требуют от самодержавия ввести преподавание на польском языке. Что касается Финляндии, то финские революционеры очень активно поддерживают российских революционеров. Финляндия становится базой, где российские революционеры скрываются от преследования царской полиции. Надо сказать, что под влиянием революционного движения самодержавие идет на уступки. Идет оно на уступки не только в национальном вопросе, идет оно на уступки и по другим позициям. Ну, что касается национального вопроса, то в 1906 году разрешается преподавание на национальных языках в начальных школах. И разрешается преподавание на национальных языках в частных школах. Далее, в 1906 году изменяется общероссийское законодательство об обществах и союзах, и появляются национальные общественные организации. Ну, в первую очередь, это организация культурного плана, украинские просвиты, польская школьная матица, которые ставят перед собой именно вот задачу развития культуры и языка. И что интересно, вот их деятельность, ну, например, деятельность украинских просвит, она распространяется за пределы губерний, которые традиционно принято было называть малороссийскими. После окончания революции и прихода Столыпина на пост премьер-министра, вот этот политический курс уступок корректируется. Столыпин, надо сказать, отталкивался в основном, опять же, от ситуации в Финляндии. Вообще, надо сказать, что вот приход Столыпина на пост премьер-министра совпал с очень крупным восстанием, опять же, на финляндской территории. Это восстание в Свяборге, восстание в военной крепости, в котором приняли участие как российские военные, так и представители финляндской Красной гвардии, так называемой, то есть это радикальная
крайне левая политическая группировка. В 1910 году по инициативе Столыпина принимается закон, который ограничивает самостоятельность финских учреждений, в первую очередь в сфере законодательства. То есть законодательство Финляндии опять ставится в зависимость от общероссийских структур и в первую очередь Совета министров. С началом Первой мировой войны, ну, собственно, национальный вопрос как таковой теряет свою актуальность. Во многом потому, что определенные, скажем так, расчеты противников России, ну, в частности, Австро-Венгрии и Германии, на то, что с началом Первой мировой войны, например, удастся поднять восстание в Польше. Вот эти планы потерпели крушение. Надо сказать, что национальные проблемы в годы войны практически не возникали вплоть до 1916 года. А в 1916 году происходит то, чего, наверное, никто не ожидал. Вспыхивает восстание в Средней Азии. Самая спокойная окраина империи. Самая, в общем-то, стабильная окраина была потрясена вот этим восстанием коренного населения против русских поселенцев. Толчком к этому восстанию послужило решение министра внутренних дел Штюрмера и Николая II, который это решение поддержал, мобилизовать мужское население Туркестана, коренное население Туркестана на так называемые тыловые работы. Но вот эта мобилизация, она была, безусловно, поводом. Причина для восстания была гораздо более глубокой, и связана она была с российской переселенческой политикой. В конце 19-го, начале 20 века, особенно в рамках Столыпинской аграрной реформы, идет переселение русских крестьян в Среднюю Азию. И это не всегда устраивало коренное население, особенно кочевое население, кайсат-киргизов или просто киргизов, как их сейчас называют. Русские поселения подверглись нападениям, причем не только русские поселения, но и русские города. Восстание было подавлено. И, в общем-то, в этой ситуации стал готовиться проект преобразования управления Туркестаном, который из-за революции реализован не был. И, собственно, в 17 году, после февральской революции, империя начинает распадаться. Распадается она с невероятной скоростью. Но, подводя итог, мы должны сказать, что вот как бы это удивительно не было, но именно политика самодержавия, особая политика в отношении окраин, особая политика в отношении каждой окраины, политика уступок Первой русской революции, когда, несмотря на все сложности, развивается и национальная школа, и национальные общественные организации, и национальные политические партии, и появляются национальные фракции в Государственной Думе. Вот эта политика, она ведь, по сути, вела к формированию национальной государственности. И вот те самостоятельные государства, которые мы сейчас видим на политической карте, вот эта независимость, которой гордятся очень многие народы, гордятся своей национальной государственностью, ее берегут. Вот эта государственность, в общем-то, как бы неожиданно это звучало, результат вот той самой национальной политики самодержавия. Ну, теперь осталось пожелать нашим слушателям изучать историю. История, наверное, открывает новые горизонты. И не только в том смысле, что мы узнаем новое о прошлом, но и помогает нам понять себя в настоящем.